До 500 вызовов в день столько обслуживает только одна врачебная амбулатория в столичном районе Орбита. Напомним, она была открыта совсем недавно, но в штатном режиме проработала всего полтора месяца. Теперь для пациентов она закрыта, здесь заработал пункт выездных бригад. Всего их сформировано 20 ежедневно, они выезжают на дом к больным с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса. О том, как врачи справляются с нагрузкой, Ксения Лосева. Утро в амбулатории на Зентюковской 328 начинается в 7:30. На выезд отправляется первая бригада. Выезжают на вызовы врачи на легковых автомобилях. В рюкзаках все необходимое. СИЗы, экспресс-тесты, лекарства для больных. Весь рабочий день медики проводят в так называемых противочумных костюмах. Вход в амбулаторию после пациентов только через красную зону. Пройдя все уровни дезинфекции, медики могут занять свое рабочее место. Две недели назад нас перепрофилировали на принятие врачебных бригад, которые оказывают неотложную медицинско-санитарную помощь населению с симптомами острой респираторной инфекции. И также они осуществляют забор биоматериалов моей бригады у населения с подозрением на коронавирусную инфекцию. Новая врачебная амбулатория в Сыктывкарском жилом комплексе «Атлантида» была открыта лишь в начале ноября. Но вот вспышка омикрона, к нему присоединились сезонный грипп и ОРВИ. Перед пациентами пришлось закрыть двери. Врачи переквалифицировались. В новой амбулатории расположился так называемый пункт вызовных медицинских бригад. Всего здесь трудятся 20 выездных бригад. Обслуживают почти весь город. Исключение только Эжвинский район и поселок Краснозатонский. Подъем уровня заболеваемости в городе дал о себе знать. В день только на одну амбулаторию приходится около 500 вызовов. На одного врача это в среднем 30 пациентов. Чаще всего люди жалуются на повышение температуры. Обычно это до 38-39 градусов. Слабость, озноб, головная боль, кашель, может быть, сухой, влажный. Вот. Но чаще всего состояние у людей стабильное, госпитализация обычно не требует. То есть я наблюдаю, иногда активно могу съездить, там, раза два, например, могу поехать за его лечение. Кому-то, если пожилой человек, каждый день езжу, например, контролирую состояние, при необходимости госпитализирую его. Заканчивается рабочий день выездных медиков только под вечер. Кроме вызовов, у врачей много и отчетности. Все данные пациентов, диагнозы и назначенное лечение необходимо занести в специальную базу данных. Сами медики делятся. Они с нетерпением ждут, когда смогут принимать больных очно в своей амбулатории. Но в то же время понимают, что такое новшество, как пункт вызовных врачей, значительно помог снизить нагрузку на поликлинике столицы Коми. Ксения Лосева, Дарья Вологжанина, Роман Боровиков, телеканал «Юркан».